Нет, давай закон исключенного третьего. Давай. Или третьего недавнего. Или третьего нундатора. Просто читаю, что написано. Так, мы сценаристы фильма «Третьего недано». Ну, мы знаем, о чем мы писали, потому что мы муж и жена, и в нашей истории тоже речь идет про семейную пару, которая вот их будни мы показываем. И, это история о любви, о границах взаимопонимания, того, что мы готовы простить другому человеку. Но самое главное, что люди, конечно, часто не слышат друг друга. И люди, даже находясь в семье, но в браке, прожив не один год, они перестают... Один человек что-то говорит, второй вроде бы слышит, но понимаете, на одном языке. Это кино абсолютно о том, никакого что люди нету не готовы слышать друг друга, и казалось, даже когда... И тебе говорят простые вещи, да? Простые и абсолютно и понятные. Они готовы просить совершенно страшные вещи, могли бы договориться, это люди, которые понимают есть друг вещи, друга, много лет, не шли к этому пониманию. Там, это какой-то для них это, конечно, большая шум, проблема. Да? Мы хотели как раз вот об этом. Мы подходим к этому кризису осознанно, сами. Мы понимаем, о чем. Сразу становится понятно, что вот понимание как-то надо уметь договариваться. Ключ ко всему. Вот об этом? Да. Ты что-то говорила сейчас? Нет, мы обсуждали сценарий. Хорошо. Нашей картины «Закон исключенного третьего». Во всех кинотеатрах.